Возможно, вам понравится, надеюсь, вам понравится. Небольшой сюрприз. Итак, внимание, дамы и господа, в центр зала! Для вас, наши дорогие, молодые, красивые, счастливые! Мы вас любим! Маэстро, музыку!
Дорогие друзья, перед вами спасибо маэстро, музыку можно выключить. Я сейчас хочу, чтобы вы как-то, пожалуйста, все вместе. Компактненько. Все вместе, компактненько. Встаньте, пожалуйста, я приглашаю сюда к сцене ассирийский московский ансамбль «Иштар». Ваши аплодисменты. Это тот самый ансамбль, где Андрей встретил Лию. Кстати говоря, если мне не изменяет память, я извиняюсь, Мадриджан, быстро я скажу. Андрея привела Сальби Нисановна, а Лию привел Илья. Вот мама с сыном сыграли такую штуку в вашей жизни, что на сегодняшний день вы вместе. Передаю слово Мадлен. Дорогие наши друзья, добрый вечер еще раз, дорогие гости, уважаемые все, дорогие любимые наши голуби, наши йоны, Авитон Брайхабурха, наши любимые Андрей и Лия. Я не только сегодня как певица, но и как руководитель коллектива «Иштар», от имени себя лично, от имени всех педагогов «Иштар», от имени всех наших танцоров «Иштар» и наших родителей, поздравляем вас, наконец-то свершилось. На самом деле это была прекрасная история, и ребята познакомились в ансамбле. Как сказал Михаил Исакович, благодаря Сальби Нисановой, благодаря Илье нашему, ребята пришли в ансамбль, познакомились, и эта любовь родилась на глазах у нас у всех. И поэтому, когда я снимала клип «Небо любви», у меня даже не было сомнений, что там должны быть актеры, так хотел режиссер. Но я сказала, у нас есть актеры, которые по-настоящему сыграют, потому что у них настоящие чувства. Это такой лавстори, который сегодня мы с вами посмотрели. И вживую вы стоите здесь, прекрасная пара. От имени наших педагогов здесь у нас сегодня Татарик Самойловна, Михаил Исакович, Сальби Нисановна, Виктория Олеговна, которая, ну так получилось, заболела, она не смогла прийти, от нас всех. Еще раз, ребят, будьте счастливы, будьте здоровы. Как у нас говорят, шава-шава авитун, эль-хаспадита сэвитун. Мы ждем ваших детишек в ансамбль «Иштар». Вот. И мы надеемся, что ансамбль «Иштар» — это не только тот коллектив, который сегодня гремит на весь мир, его знают все и любят, а именно создаются красивые пары, которые будут беречь и хранить наши традиции, наши обычаи, наши танцы и песни. И сегодня вы видите воочию, какие у нас прекрасные ребята, какая у нас замечательная молодежь. Будьте здоровы и счастливы! А сейчас я хочу, многие наши дети, это от нас подарок, наши любимые, от всего коллектива. Я надеюсь, что все будет в жизни хорошо, и не раз ребята к вам придут в гости и будут вместе с вами за столом сидеть. И каждый, кто-то хочет сказать слово, Татарик Александровна, ребят, кто хочет поздравить? Андрей, Илья, я попрошу вас, подойдите к ансамблю «Иштар», пускай наши фотографы сделают пару снимков. А я в свою очередь хочу в свою очередь пожелать ансамблю «Иштар» долгих лет существования, творческих высот. Большое спасибо художественному руководителю Мадлене Шоевой, которая занимается на сегодняшний день тем, что она не забывает культуру ассирийского народа, не забывает танцы ассирийского народа. Я хочу поблагодарить Сальби Нисановну, которая сделала огромный вклад в наших ребят. Я хочу сейчас вспомнить Викторию Олеговну, которая, к сожалению, сегодня не с нами. Дай Бог ей здоровья. Ансамбль «Иштар», будьте, творите и давайте пример многой молодежи. Ансамбль «Иштар», я сейчас не в роли ведущего, а в роли хореографа. Коротко говори, потому что у нас горит тайминг. Быстро, если хотите, что-то сказали. Быстро! Дорогие Илья и Андрей,
Я хочу, чтобы ваша дальнейшая совместная жизнь была такой же светлой, как и сами вы. Потому что с первого дня прихода в ансамбль каждый человек знает, что вы — это солнце, причем оба. Я хочу, чтобы вы знали, что у вас всегда есть семья Иштар, которая всегда будет рядом. Мы вас любим! Дорогие Илья и Андрей, я хочу сказать вам одну простую, но достаточно важную вещь. Каждый человек рано или поздно в этой жизни осознает, что самое ценное, что может быть, это семья. Но создание этой семьи главным аспектом является взаимопонимание, полное взаимопонимание друг друга, ваших мыслей, ваших желаний, ваших чувств и также доверие. Поэтому я очень хочу, чтобы в вашей жизни, в вашем доме всегда царила гармония. Ну и я надеюсь, что в будущем, когда я посмотрю в глаза вашим детям, я смогу убедиться в том, что они достойные представители нашей великой нации. Я напоследок скажу. Ребята, мне, честно говоря, очень не стесняюсь говорить на публику, хотя уж не первый раз, поэтому скажу на сирийском. Ахнахун рабу сплаяля над будущем, когда у вас будет большая семья. Поэтому, скажу вам складно, мечтаю, чтобы у меня в будущем была такая же семья, как у вас. Браво! О, браво, браво. Сейчас... Иштар, спасибо вам большое за поздравление. Если можно, я заберу микрофон, но вы не уходите. Потому что я знаю, что Андрей и Лия, возможно, поздравление было так себе, но они сейчас танцуют, они это умеют делать специально для вас. Передаю слово Мадлен Ишоева. Дорогие друзья, еще один маленький сюрприз. Как вы знаете, что я еще и преподаю вокал. И эта очаровательная маленькая девочка Марьям, она по национальности армянка, она является дочерью наших педагогов-хореографов Михаила Исаковича и Татарик Самойловны, она поет. И вы знаете, ее первая песня, которую она действительно от души стала петь, это ассирийская песня, которую вы сейчас услышите. Итак, Багие Туранахвара, я буду помогать ей.